А какая у тебя суперсила? Деньги. Фактически ты маг, который обладает чудовищной суперспособностью, которой нет у других существ на планете. Они тебе ничего не могут противопоставить. Они даже не осознают, что происходит и почему ты живешь лучше, чем они. Ты поистине уникален и страшен. Твоя суперспособность называется мышление, а твой центр чудовищной силы – это твой мозг, который генерирует твое мышление.